Всем привет! С вами Кучер Александр. Снова посылочка из Китая на канале воздушных шаров. В этот раз я заказал светодиоды в воздушные шары. Мы покупали у нас в городе вот такие вот светодиодики. Я вам сейчас покажу. Вот такой вот светодиодик. Здесь такая вот планочка, он кругленький, весит около 2 или 3 грамм, точно не помню. И когда мы вытягиваем вот эту вот пластиночку, он начинает мигать разноцветным. Стоил данный светодиодик у нас, мы покупали его, почти за 7 гривен. Думаю, давайте найдем светодиоды подешевле. Нашел на сайте AliExpress светодиоды. Стоимостью они получились 4 гривны с копеечками. То есть почти в 2 раза дешевле. Стоили они, по-моему, 100 штук я их заказал. 402 гривны, вроде так. На гривны в переводе. Ссылочки все будут в описании, посмотрите, зайдете. Кому интересно, можете заказать. Давайте откроем, посмотрим, отличаются ли они от тех, что продаются у нас. Потому что по фото, в принципе, должны быть такие же самые. И шла посылочка около месяца. Но так как нам не срочно было их, то мы не сильно и переживали. Вот такие вот, вот такой вот пакетик. Чтобы не перепутать, давайте посмотрим на этот и на тот. Светодиоды идентичные. Этот мы покупали у нас в городе, а эти я заказал, летели из Китая. Сравним по яркости. Светят одинаково. Вот такой вот светодиодик. Давайте выберем еще один, рабочий или он. Рабочий. Когда пластиночку ставите на место, просто между двумя батарейками всовываем пластиночку, и наш светодиод перестает гореть. Позже пересчитаем, посмотрим, точное ли количество пришло, не обманули ли нас китайцы. Поэтому, ребята, вот смотрите, почти в 2 раза дешевле светодиод в шаре. Сейчас это в тренде, модно. Люди заказывают на свадьбы вместо даже того самого фейерверка, заказывают шары со светодиодами, и это очень красиво. Если они закажут 50-100 шаров со светодиодами, это будет просто очень красиво. Красивее даже тех фонариков ночных. Итак, ребята, китаец нас не обманул, или китаянка, я точно не знаю. Здесь 103 диода, даже 3 диодика они дали в подарок. Вот такие вот светодиодики. То есть, зачем платить больше? Смело можете заказывать у данного продавца, ссылка будет в описании. И не бояться. И шли они около месяца, и намного дешевле, чем продаются у нас в городе. Всем спасибо за внимание. С вами был Кучер Александр. До новых встреч. Пока.